Now, there's another view coming up of the castle. I don't know if you want to stop here. Я думаю, що зараз мені нельзя останавливаться, тим не менее. Там увидите вот все эти дворцовые укрепления и крепрайоны, которые находятся в... Вот здесь вот 16 тысяч домов. Это вот здесь вот еще вот с левой стороны эти здания датированы 15, нет, до начала 16 столетия. Сейчас это отель. Вот этот отель, то есть вот это скоп, вот здесь это белого цвета, вот с левой стороны находится. И если видите там вот вот, теперь смотрите, видите, он там вот гора, и так похоже, такие, как это самое, салазку проехали. Он сказал, что вот это вот старая территория Англии, то есть это сборная территория. Помните, я говорил, мы езжали и были на территории Англии, ставили шотландские замки. Я говорю, шотландские флаги на английской территории. Вот это и есть вечный спор между Лондоном и Эдинбургом. Задержим на движение. Вот посмотрите наверх. Это, посмотрите, наверху стоит замок. To the left of the castle, слева от замка is all the university. Это старый университет, то есть купол старого университета. Вот вот этот большой купол, опять обратите внимание на здание старого университета. Сейчас пойдем вправо. Замок. Ага, нет. Сейчас объясняю. Прости, пожалуйста, то есть люди жили здесь, потому что им требовалась защита именно этого замка, потому что они были крайними соседями и двери практически открывались на вид замка. Это была просто великолепная защита. То есть вот он справа, смотрите, посмотрите. Сейчас мы поднимаемся на холм, который называется Олдхолм. Ага. Он сказал, что по туризму, то есть не по туризму, а по обращенным взорам, после Шотландии и России это наиболее популярные страны. Особенно в области поэзии. Так, сейчас снова посмотрите, пожалуйста, вот налево. То есть мы проезжаем по этой дороге. Мы его называем парламент Дисней. Дисней Волк, ну вы знаете, это на смерть Диснея. Парламент, языки же его вот так назвали здесь. Вот здесь вот сейчас будет монумент Роберту Бёрнсу, который находится вот здесь. Вот сейчас вы увидите его. Вот он появляется, вот слева, 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 вот он. Это старая школа. Справа. Вот здесь учился когда-то Александр Грей Белл. Тот, который изобрел телефон. То есть мы проходим вот здесь. Поворачиваем направо.